Привет моим подписчикам, а также гостям моего канала. Если к вам неожиданно должны нагрянуть гости, есть быстрый способ, как приготовить хрустящие маринованные огурчики очень быстро. Причем закуска получается такой вкусной и ароматной, что становится просто гвоздем стола. Главное, конечно, выбирать хорошие свежие огурцы. Также немаловажную роль играет зелень. Огурцы тщательно промыли, отрезаем кончики, каждый огурчик разрезаем пополам, затем еще на 4 части. Также я буду использовать петрушку, я использую только листья, веточки я убираю и нарезаем мелко. Можно добавить еще свежий укроп. Я буду добавлять сушеный. По сути, роли не играет. Получается вкусно и так, и так. Также нам нужен крепкий полиэтиленовый пакет, в котором мы складываем огурцы. Затем добавляем соль. Высыпаем порезанную петрушку. Как я и говорила, я засыпаю сушеный укроп. Тоже его хорошо обильно. Далее завязываем пакет, мнем, трясем его около 5 минут. Делаем мы это для того, чтобы огурцы и зелень пустили сок. Затем содержимое пакета будем выкладывать в глубокую тарелку. Затем добавляем уксус и растительное масло. Затем нужно будет тщательно перемешать, закрыть крышкой и поставить в холодильник на 1 час. Всего за 1 час маринованные огурчики будут готовы. Если к вам загрянули гости совсем неожиданно, то такие огурчики можно подавать и даже через 10 минут. Этого будет достаточно для малосольных огурчиков. Желаю вам приятного аппетита! С вами была Лена. Пока-пока!